Привет, друзья! Хочу сказать о том, что у нас скоро вебинар с моим другом дорогим Романом Газенко, журналистом, психолингвистом, бывшим разведчиком и много чего-чего, моим дорогим другом. И мы сейчас с ним найдем моего старого друга, которая посылала в космос белку и стрелку, профессора Радкевич Людмила Александровна. А Роман наш, дорогой, он внук самого основателя авиационно-космической медицины, Газенко Аленга Георгиевича, который был и директором Института медико-биологических проблем. И вот название этого вебинара «Почему образ цели оборачивается безобразием?», где сбой цепи от воображения к преображению, и там я и лингвист Роман Газенко раскрываем психологические инструменты метода «Ключ». Они открывают новые возможности самоконтроля, обретения душевного здоровья, творчества и изобретений. Ну, естественно, там и мастера ТРИС, мои друзья, может быть, придут и скажут несколько слов. А вы смотрите прошлые ролики, где мы с ними вам представляли материалы, уникальный контент. А мы с Романом, внуком самого Газенко, как раз-таки будем говорить о том, что как я встречался с автором первого электромузыкального инструмента, с самим Терменом, который был знаком еще и с Лениным, и с одним из отцов телевидения. Ну, это очень интересная история. Я там могу рассказать, если вы захотите. А с Терменом меня познакомил Сергей Зорин, создатель электромузыкальной живописи, который меня в свое время познакомил с Китай-Городской, которая обучала иностранному языку первое у нас в стране путем интенсивного обучения. И Сергей Зорин, он как раз меня познакомил еще и с командиром отряда «Буран». Да, отряд, космический отряд «Буран». Это Игорь Волк, я с ним дружил, и он мне рассказывал, как в невесомости однажды он вот так вот вдруг видит, когда вышел в невесомость, что у него пол космического корабля над головой, и он мысленным действием раз, и пол оказался внизу. Очень интересные люди это. И вот на этом вебинаре, по вашим просьбам, могу рассказать еще и о ранее неизвестном, впервые открытом алгоритме нейротехнологии и новой формуле, по которой, значит, можно из стресса переходить для восстановления в нулевое состояние, а там переходить в поток для творчества и изобретений. Это вообще потрясающие вещи, потрясающие люди. И я надеюсь, что вам очень понравится, потому что там будет формула и алгоритм озарения по заказу. В нашей стране так получилось, что сейчас большой дефицит создания новых технологий. В этом смысле я хочу сказать, да, еще раз подчеркиваю, в этом смысле. А вот как раз-таки наш вебинар, он как раз-таки для того, что кто хочет научиться изобретать. Да, изобретать и для того, чтобы увеличить количество изобретателей. До встречи, друзья.